Так, получил, мужики, посылочку. Вот. Вот такая вот увесистая. Угадайте, что в черном ящике. Так. Ну, пакет целый есть, вроде бы, якобы. Сейчас посмотрим, что тут. Должна быть страховка. Страховка. Застыклерили. Окей. Паспорт и инструкция. Вот. Короче, с амортизирующей стропой должна быть. Амортизатор. Вот он, амортизатор здесь. Я так понимаю, он просто тупо от нагрузки должен выскочить и немножко удлиниться. А там хрен его знает. Вот, как-то так. Ну, это хай буде, как говорится. Разобраться, что к чему и почему. Так, это для ног регулируется. Это пояс, это назад. Но она же и скидывается, может ставиться еще и спереди. Вот эта штука. Не только сзади, но и спереди. Стропа это на всякий случай. А это сюда. Вот так вот ставится. Или цепи. Короче, теперь надо все это дело попробовать одеть. Это на грудь. Вот такая вот фигня. Привет. Короче, нацепил. Ну, этот трос ремень. Хоть слева, хоть справа, хоть снизу, хоть сбоку можно цепляться. А ничего так, тема прикольная. Даже сам себя вот так вот поднимал за этот крюк этой лебедкой. Офигенски. Получается, не этот самый. Выдерживает. И ничего. Страховать будет. Нет, это мой. О. И довольно-таки хорошо висеть. Удобненько. Яйца вроде не жмет. Яйца не жмет, это уже хорошо. Сейчас спереди попробую зависнуть на чем-нибудь. О, на цепях.
Нормально. Страховочка работает. Так что можно теперь лес, деревья обрезать. Они высокие, собака. И неудобные. А так будет побезопаснее.